Незаметно пролетели 3 летних месяца, и мы вновь собрались в этот, в общем-то, нормальный день. В этот день снова собрались мы для того, чтобы начать очередной учебный год. Особо мне хотелось бы поздравить наших первоклассников, которые в этом году впервые откроют двери нашей школы на целых 11 лет. Целых 11 лет они будут у нас в этом году не болеть, получать только 4 и 5. И всего-всего самого лучшего. Хороших вам преподавателей, а преподавателей хороших умных учеников, чтобы не было никаких у нас конфликтов, и чтобы... Степанова Галина Васильевна, учитель первой коррекционной категории. Таня, Егоркин Руслан, Жабин Алеша, Кельник Антон, Меер Арина, Лошкарев Володя, Мордвинов Артем, Мордвинова Яна, Орехова Настя, Русских Сергей, Салманова Вика, Слабогузова Оля, Татарников Женя, Толчеев Володя, Шиянова, первый класс. Давайте мы им поприветствуем, пожелаем успехов, здоровья и доброго пути в учебной жизни. Приказом директора школы зачислить в 10 классы зональной муниципальной общеобразовательной средней школы. А теперь яркими, ребята, умными, внимательными, воспитанными. А теперь каждый из вас встанет. Я? Ну как тебя зовут? Саша. Ну полностью. Я Саша Быков. Я Саша Быков. Я Руслан Егоркин. Сгибать рукой можно? Ну-ка, тяните рукой. Катюш, скажи. Надо за место руки сказать головой. Молодчина. Какая ошибка. Скажи вам. Ну, плодовитые. Плодовитые, это значит много разрастаются. Согласен, что много-много сорняков? Да. Много, вот это правильно. Вот они. Надо говорить первый блин. Первый блин, вот. Сашу маслом не испортишь. Какая ошибка. Максим. Один в поле не будет, молодец. Лось человека не красит. Что не красит человека, Катя? Не лось, а лень человека не красит. Молодчик, и лень, и дружь. Так, я знаю, что вы все любите сказки. Но сможете ли вы по прилагательным догадаться, о каком герое идет речь? Любопытный, деревянный, длинноносый... Буратино! Злой, жестокий, кровожадный... Кто? Бармалей. Милая, добрая, крошечная... Дюймовочка, огромный, ужасный, трехглавый. Змей Горыныч, молодцы. Ребята, а может быть кто-то из вас хочет такого героя? Вот придумаете героя по прилагательным, а мы узнаем.